Книга «Открытым оком». Вопрос 1205. Тема «Смерть». Пожалуйста, объясните, как правильно читать псалтирь о здравии и за упокой по славам. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Как вы умеете, так и читайте. Можете по псалмам, по славам, по кафизмам. Но только читайте ежедневно и обязательно на русском языке. Читайте неспешно, соединяясь душою с каждым словом, перенося тамошние события на свою жизнь. Когда восторг меня обнимет, я сознаю тогда тебя. Я сознаю тогда себя и так блаженство в душу хлынет, вдвойне живу и вижу я. Мне мир земной и чужд, и тесен. Провидит мир душа иной, мир безграничных звучных песен и неземных видений рой. Не так ли, кинув мир телесный, в святом восторге бытия, в громах огне полунебесный вознесся к Богу Илия. 1836 год. Лукьян Андреевич Якубович. Годы жизни 1805-1839.